Всем привет, с вами Колян, и мы сейчас пойдем на архидемона, так что давайте начинаем. Здесь у нас по лучшему урону, я даже не знаю, что это создать команду. Надо, наверное, сейчас вот так делаем и создаем. Давайте поставим черепа и, наверное, душегуба. Давайте посмотрим, попробуем вот таким вот составом. Нажимаем старт. Здесь мы можем высаживать, так, как он убивает, интересно, даже высаживаем и даем им бессмертие. Сейчас посмотрим, как будет тыква разгоняться. Я высадил с гаргула, потому что, мне кажется, он будет наносить очень много урона, так как у нас гаргул, и у него урон нереально мало проходит. Офигеть, у нас есть две попытки, но этот босс что-то... Ого, это ж нанесено урона 103 тысячи. Ребятки, давайте сейчас посмотрим, что у нас за награды нас ждут. Охренеть, кулачки лучше 560, тигруля, что? А на последнем месте. Офигеть, кулачки, да, ну, а это что за ящик, я не знаю, поскольку он дает кулачков, мы получим много, но я не получу их. Я не получу кулачки. Давайте посмотрим, кого мы можем взять еще. Купидона, давайте попробуем взять Дрейка вместо Ареса. Душегуб у нас... И попробовать с тыквы, может быть. У нас тыква с оживлением, и успеваем кинуть ей бессмертие, но ее коцать надо какую-то там определенную тактику. Я никогда не ходил на боссов, там не использовал никакие тактики. Как там их убивать? У нас тыква с оживой, вот интересно, что у нас там, дедка быстро ли сольют у нас? Да, у нас все еще пошло, и ничего хорошего у нас из этого не получилось. Ну, мне кажется, мы побольше урона нанесли, или нет? 114 тысяч, офигеть! У нас закончились попытки, вот такое у нас коротенькое видео, что он делает. Вызывает отвлекающих и сильно снижающих, получаем урон на 2 секунды, а также снимает все бафы со всех врагов и уменьшает количество получаемого лечения на 100% на 5 секунд. Архидемон имеет высокую защиту, иммунитет к оглушению, молчанию и разбросу. Архидемон не может получить больше 500 тысяч урона за раз от одного источника. КД 5 секунд, вызывает монстров, ухудшает лечение, лучший урон 114 тысяч, пока что у нас прогресс сервера будет очень долгим, потому что много аккаунтов таких, как у меня, и которые не могут нормально его победить, и у них плохой состав, потому что это же для всех, и, блин, ну повезло то, что они шустренько вот забрали вот эти все наградки, я здесь уже их получил, самое быстрое это было имп, самое легкое, ну так, ребятки, не забудьте поставить лайк на данное видео, и всем пока.